В Люберцах прошла окружная встреча Московского областного молодежного парламента. На ней подвели итоги работы организации за 2021 год и наметили планы на ближайшие месяцы. Здесь собрались ребята, которые не просто стремятся проявить законотворческую инициативу, но и развивают многие направления жизни общества. Игорь Каханый наблюдает неподдельный интерес к общественно-политической жизни. Это, в принципе, наша подрастающая смена. Конечно, ты холишь, лелеешь, воспитываешь, учишь, даешь наставления. И я чувствую эту обратную связь, людям интересно, люди всегда с вопросами. Я им всегда наставляю, чтобы они очень активно участвовали в работе тех или иных комиссий, смотрели, как депутаты принимают решения, как они обсуждают эти вопросы, фактически учились. Председатель молодежного парламента Московской области Егор Балакшин обозначил вектор развития организации на ближайшие месяцы. Активист призвал смелее выдвигать инициативы, не забывать, что для достижения результатов важно уметь работать в команде и прислушиваться к старшим. Начать проводить совместные приемы с депутатским корпусом Московской областной думы, с местными депутатами. Вот они все идут на контакт сегодня. В подмосковном регионе молодежный парламент был создан в 2009 году в Люберцах. Уже тогда парламентариев приглашали проводить приемы вместе с муниципальными депутатами. И традиция сохранилась. Член молодежного парламента является помощником депутатов при совете депутатов городского округа Люберцы. Я как председатель молодежного парламента также провожу с депутатом Московской областной думы приемы. И коллег приглашаю на эти приемы. Вот поэтому у нас все в этом направлении хорошо. С депутатами тесно работаем. В Австрии приняли участие ребята из Люберец, Котельников, Лыткарина, Дзержинского, Жуковского, Раменского, Бронец и Ленинского городских округов. Всего в Московской области будут проведены 11 таких встреч, в рамках которых будут сформированы студенческие советы при молодежных парламентах. Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.